Несколько лет назад на этом месте стояли гаражи, а теперь красуется разноцветное здание нового корпуса детского сада номер 332. Промышленный район Самары активно развивается. Это одна из самых густонаселенных территорий, поэтому спрос на подобные учреждения только возрастает. По плану уже к ноябрю текущего года здание должны ввести в эксплуатацию, и оно будет готово принять юных воспитанников. В этом детском саду, точнее в этом корпусе детского сада, будут у нас воспитываться 240 детей. Будет открыто 12 групп. Группы будут самой разной направленности и общеразвивающие. Большинство групп будут общеразвивающие, но также мы планируем там открытие коррекционных групп. Сейчас в здании детского сада продолжается ремонт. Специалисты занимаются отделкой внутренних помещений, прокладывают систему вентиляции и электроснабжения. В ближайшее время приступят к благоустройству. На территории появятся дорожки, детские игровые площадки и зеленые насаждения. Планируют посадить кустарниковые деревья порядка 10 видов. Здание сада построено с учетом потребностей ребят с ограниченными возможностями здоровья. Снаружи строение установят пандусы, внутри специальный лифт. Для занятий спортом и музыкой на одном из этажей организуют два зала площадью около 100 квадратных метров каждый. В этом здании три этажа, не включая подвал. В подвальном помещении будут постирочные и обычные технические помещения. В каждой группе есть игровая зона и спальная зона. Также для каждой отдельной группы есть свой санузел. Отдельно будет на первом этаже есть кухонная зона, где для детей будут готовить. За улучшением инфраструктуры родного микрорайона активно следят жители. Поколения сменяются, появляются дети, и некоторые семьи уже планируют занять электронную очередь в новый детский сад. В микрорайоне очень много детей, у нас большая школа, у нас подрастающее поколение очень большое. И этот красивый детский садик украсил наш микрорайон и очень востребован для наших деток подрастающих. И мы просто счастливы. Доступность дошкольного образования – одна из приоритетных задач губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и властей города. По итогам 2022 года и началу 2023-го дети от 3 до 7 лет полностью обеспечены местами в детских садах. Этому способствует как открытие новых учреждений, так и возвращение в систему зданий, в которых сады находились раньше. Помогает решать эти задачи национальный проект «Демография». Михаил Ермоленко, Игорь Казановский. События.